Для тех, кто любит различные овощные снеки, предлагаю попробовать чипсы из сладкого перца. Они получаются тонкими, слегка хрустящими и очень вкусными. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чипсы из сладкого перца. Специи вы можете подобрать на свой вкус. Можно взять молотый красный перец, если любите острое, или порошок карри, если нравятся пряные вкусы. Благодаря сушке на низкой температуре сохраняются все полезные вещества, это достойная замена жареным картофельным чипсам. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте все ингредиенты. Перцы помойте, вырежьте сердцевину, нарежьте широкими полосками. Переложите перцы в глубокую миску, добавьте оливковое масло, соль, черный молотый перец и орегано, перемешайте. Разложите сладкий перец на решетку сушилки для овощей, сушите чипсы при температуре 45-60 градусов до готовности, на это уйдет примерно 10-1-2 часов. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Готовые чипсы из сладкого перца должны быть сухими и хрустящими. Чипсы из сладкого перца готовы, приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Необходимые ингредиенты. Сладкий перец, 600 грамм. Масло оливковое, 1 столовая ложка. Соль, по вкусу. Черный молотый перец, по вкусу. Орегано сушеный, по вкусу. Количество порций, 2. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Заходите на канал снова, котятки.